You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers. I say, that's the bad guy. I thank the Lord for my many blessings. Don't stress to keep a vest for protection from the barrel of a Smith & Wesson. And all my niggas in the pen, here we go again. Ain't no separating us from the Mac-10. Born in the ghetto as a hustler, hold up, straight soldier, bucking at the busters. No matter how you try, niggas never die. We just retaliate with hate, then we multiply. See, we strike it down the block, King Kong. Приветствую, братец. Вот так вот начинается наш новый ролик. Утро, гараж, десятка. Это то, что я рад видеть каждый день. Открывая этот гараж, я вижу эту намытую тачку. Сегодня она станет еще лучше. Двигатель будет работать еще ровнее. Расходники будут снашиваться дольше. И в конце, самое интересное, мы установим ништяк, который не только нашу тачку сделает более надежной, но и добавит вот прям в прямом смысле вот цветов под капотку. Не, ну не цветы, которые вот в гаражке, а цветы в плане, ну, синий. Ой. Не, ну, кто знает, может, не синий. В общем, делай ролик в полноэкранный режим. Мы начинаем. Такая только у меня и у Майкла Джексона. А теперь больше конкретики, что же я собрался делать. Сперва мы полетим в левую часть двигателя, там за пластиковой защитой крутится куча всяких шестеренок, а на них ремень ГРМ. Там мы все приведем в полный порядок и после этого смело все отмоем от масла, которым там все закидало. Заодно расскажу, что же у меня там такое случилось и как это все устранять. Ну а дальше мы заменим все патрубки радиатора, выкинем старые засохшие потресканные шланги и вместо них установим шикарные силиконовые патрубки фирмы CS20. Исходя из таких планов, организовался вот такой вот наборчик ништяков. Ролик натяжения, еще хомутиков я взял, в общем, куча всякой мелочихи, но это не так интересно, как патрубки CS20. Я держался как только мог до последнего, не скрывал упаковку, и сейчас же я хочу это сделать. Почему я выбрал патрубки именно фирмы CS20? Да потому что я уверен в качестве их продукции. Она тестируется на профессиональных гонках, на собственных раллийных автомобилях. В сравнении с китайскими аналогами плохого качества, у CS20 нет подводных камней. О чем я говорю? Вот эти вот аналоги дешевые, они хоть и визуально вроде такие же, на самом деле внутри там слой заменен на какой-то вообще непонятный, там что-то типа пластика, который, понятное дело, не сдерживает ни давление, ни температуру, ни химические реакции. А патрубки CS20 полностью выполнены из качественного силикона, и также армирование у них на уровень лучше, то есть все по технологии. Вот эта вот сеточка, которую мы можем даже наблюдать, она просвечивается, она сделана по технологии, то есть без швов накладывалось 3-4 слоя. За счет этого она очень прочная и не растягивается со временем. На самом деле еще очень много всяких различий и формы, их зазоры, поэтому я выбрал именно эту фирму. CS20 имеет вот такой вот яркий запоминающийся логотип в виде фиолетового квадрата. Приобрести их продукцию можно как в розничных магазинах, так и на интернет-площадках, например, emx.ru. Кстати, у CS20 есть еще свой инстаграм с приятным контентом, там можно и вопрос любой задать, и обменять товар в течение года. Понятное дело, ссылочку я оставлю в описании. Честно скажу, прям уже охота поставить всю эту красоту в тачку, но как обычно, самое классное и самое интересное мы оставляем на финалочку ролика, а сейчас мы идем к мотору и доводим все до ума. Most three dangerous words in the whole fucking music business. You ain't heard? Shoot, dog, that nigga Jazz, Tupac. Jazz on the phone. Three words to make the motherfucker heart burst. I rip the verse first, nigga, when I start the curse. Picture of black hurts, adversaries bubbled in they Sunday best. Blink, die in the dark, if
My gun spray is death, but when I die, nigga, we all die, so until I die, why must I ride on my enemies until they fry? Father, forgive them, cause they not know. My Glock cock, nigga, drop when my shots flow. My definition of a thug, nigga, a multi-millionaire, started as a drug dealer. I love niggas, open fire when I blast at ya. Everybody dies, bad boy, massacre. I laugh at ya. Holler my name, I reappear like a genie. Knowing no man alive can see me. Motherfuckers making problems, but they get what they deserve. Get destroyed with these three words. Motherfuckers, the world feel the fury of the chosen man. Thug nigga, 10 millimeter closing hand. Put him in my range, aim nigga, take five. Watch him die, should've never fucked around with his time to ride. Riding low down a one way, watch for gunplay. I hope we find true peace one day. Nobody cried when my dog died, set him straight. AK automatic, be retaliated. Can even call collect the most feared duet since me and Elton play career Russian roulette. And never even see me blink or get the bus in a sweat. People stepping over people just to rush to the set, just to get the seat. В прошлом ролике, который такой коротенький, я поменял сальник коленвала, потому что с него начало очень сильно давить масса. Также я поменял шкивы, ну, во-первых, уже потому что полез туда, во-вторых, они гуляли восьмеркой. Ну и на финалочку я заменил ремень ГРМ, течь масла уменьшилась. И найдя второй источник, я поменял датчик контрольной лампочки уровня масла. После этого двигатель вообще перестал упускать масло. Ну тогда вопрос, почему я сюда опять лезу? Ну, во-первых, я хочу все отмыть от масла. Во-вторых, хоть и шкивы у меня новые, они все равно имеют незначительный люфт. Поэтому я сейчас поменяю шпонку и штифт. Ну и в-третьих, после замены ремня ГРМ у меня начал гудеть ролик натяжения. Более того, ремень ГРМ начал сползать ближе к двигателю. Я грешу на кривую шпильку, которую я мог согнуть. Сейчас все это делаем, работы много, и только после этого займемся самым интересным. Погнали. Я все отмыл бензиком, куда только смог достать. Ну и в принципе, приемлемо, пойдет. Теперь все собираем в обратной последовательности, меняем всякие шпонки, штифты. Шпильку я уже вкрутил, работаем дальше. Some things have never changed. You gotta make a change. That's just the way it is. You gotta make a change sometime. And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now I'm back, kick the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. Sound number two, you say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back, cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Riding tat, 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 tat. That's the way it is. That's the
that's the way it is. Damn. Some things will never change. Changes, changes, yeah. Changes, that's just the way changes, it is. That's just the way it is. Changes, word up. Changes, changes. Some things will changes, never change. Gotta make a change. Парни, тачку я собрал, и она стала явно лучше. Ну, во-первых, стало там все чисто. Во-вторых, наши шкивы работают вообще теперь без лифтов, ровненько крутится. Делаем вывод, что наши шкивы были разбиты, а конкретно посадочные места. Ну и также были разбиты шпонки, хотя не сильно больше был разбит штифт. И после всей этой замены все начало четко крутиться. И за счет этого двигатель стал намного ровнее работать. Особенно это видно на холостых оборотах. Но есть и неудачи. Ролик по-прежнему гудит. Ну а ремень также по-прежнему съезжает, только не в сторону двигателя, а от него. Я, конечно, не спец в этом, но мне так кажется, что дело в резьбе, в которую вкручивается шпилька. Но в любом случае я не расстраиваюсь, потому что все же там все теперь работает лучше, чем было. И то, что съезжает ремень ГРМ, это, мне кажется, ну, не сильно критично, потому что он трется всего лишь об бортики ролика. Ну, а это немножко сократит ресурс нашего ремня ГРМ. Это не критично, я буду за ним просто поглядывать. Ну, а так тачка чувствует себя явно получше. Ну и наконец-то мы добрались до патрубков. Они не только улучшат нашу тачку в техническом плане, но и внешне сделают поярче нашу подкапотку. Честно, я больше тащусь от внешних преображений. У CS20 сейчас. У CS20 в ассортименте есть и черные цвета патрубков, и синие, и красные, и даже желтые. Я выбрал синие. Думаю, они будут сочетаться с проводами, которые идут на наши свечи. Ну и также, не знаю, как называется эта часть двигателя, но в общем, блок посередине у меня окрашен в синий цвет. Мне кажется, все будет шикарно сочетаться и улучшит наш вид. Но единственное, я лоханулся. Смотрите, я еще купил вот такой шланжик. Он у нас идет на расширительный бачок, но вчера ко мне приезжал мой друг на десятке, показал свой расширительный бачок, он у него совсем другой. И он сказал, что это штатный бачок десятки, а у меня приоровский. Значит, этот шланг мне не подойдет. Жалко. Да-да! Ну ладно, зато у нас есть комплект на радиатор. И еще вот такая вот приятная мелочь, это опоры воздушного фильтра. Кто внимательный, видел, что у меня фильтр вообще ни на чем не закреплен. Там в лучшем случае иногда на хомутике я креплю. А сейчас, во-первых, все будет по-человечески, во-вторых, сочетаться все будет красивенько. Погнали сливать антифриз нашего радиатора и устанавливать все эти ништяки. Прошло, и ты забыла все, и черный мерин тот, и дом от твоих ног. Черного мерина, ногами поверила. Родилась уверена, глазам не поверил я. Душу свою продала, улетая подала. Ночью о любви перенила, и ночью не плакала. Черного мерина, ногами поверила. Родилась уверена, глазам не поверил я. Душу свою продала, облитая подала. Ночью о любви перенила, и ночью не плакала. I'm losing my mind, look down the barrel of my nine, and my business blurry, falling to pieces.
sins, am I guilty? I pray to the Lord, but he ignores me, unfortunately, cause I'm guilty. Show me a miracle, I'm hopeless. I'm choking off marijuana smoke with every token, like I'm losing focus. Falling asleep while I'm in service. When will I die? Forever paranoid, nervous, because I'm high. Don't mention funerals, I'm stressing and going nutty. And reminisce about the niggas that murdered my buddy. I wonder when will I be happy? Ain't nothing funny. Flashbacks of busting caps, anything for money. Where am I going? I discovered. Вот такой вот, братья, результат, но что-то я себя чувствую немножко виноватым перед вами, потому что, ну, много моментов я реально упустил и сделал не так, как хотелось бы. Ну, например, ролик натяжения и ремень ГРМ у меня немножко не так работают, как я хотел. Также, я думаю, все заметили, что на патрубке я нацепил старые хомуты ржавые. Блин, сорян, покупая новые, я немножко не угадал с размером. Вот такие вот хомутики я взял, но они немножко меньше, чем надо. Сорян, я уже без вас их поменяю. Ну и также я не подумал, что под капотом у меня что-то может стоять нештатное, как бачок расширительный или что там еще, там термостат. Смотрите, у меня вот эти вот два патрубка еще осталось. Я не нашел, куда их установить. Скорее всего, у меня там термостат или что-то такое нештатное, а от приоры стоит. Поэтому и патрубки нужны от приоры. Ну, буду знать. Сорян, как бы... Но я считаю, мне простительно, потому что я, грубо говоря, первый раз сюда лезу и пытаюсь что-то сделать там получше, чтобы поровнее работало и чтобы поярче выглядело. Так я обычно занимаюсь машиной внешне, в плане там что-то подкрасить, подкрутить, а тут под капоткой. Грубо говоря, мой первый опыт. Ну а так, в принципе, я считаю, что мы достигли достаточного результата для первого раза. Во-первых, все красивее, все ярче, то есть ты когда поднимаешь капот, что-то там тебя выделяет среди других подкапоток. Как-то все это дело теперь поинтереснее смотрится за счет синего яркого цвета. И что я заметил прямо сейчас? Это меня, ну, прям очень порадовало. Двигатель прям, ну, идеально ровненько работает. Так он у меня еще никогда не работал. Сейчас как-нибудь попробую вам это продемонстрировать. Конечно, не как на Rolls-Royce, ты там монетку ставишь, и она не упадет, нет. Но для десятки, мне кажется, это уровень, и не каждая десятка сможет таким похвастаться. Я считаю, что вот такой вот работы двигателя мне хватит за глаза. Если тебе понравилось, как я занимаюсь под капоткой, так как это наш первый эксперимент, пиши в комментариях, ну и, естественно, ставь лайк, я тогда пойму, что тебе это нравится, и буду заниматься не только кузовом, но и под капоткой. Я, конечно, не обещаю, что сделаю там скоро какую-нибудь там турбо, мне не хватает навыков пока, но мы будем ухаживать, делать двигатели еще ровнее в работе, ну и интереснее. Спасибо тебе, брат, что досмотрел меня до конца, что переживал за эту десятку и хотел, чтобы она стала лучше. У нас, мне кажется, вполне получилось. Я погнал впереди для тебя следующий ролик. До скорого, братья.